Испанская партия. Добрый день, Либерти и Шарлот. История испанской партии на русском. Это испанская партия с один из самых популярных дебютов, применяемых в партии гроссмейстера. Изобретателем испанской партии считается Руи Лопес. Сейчас я играю испанскую партию против компьютера. Ставим первый разряд. Пробуем выполнить. Уходим с линии атаки. Прячемся. Счищаем пешку. Связываем коня. Испанская партия, дебют 4 коней. Так ходить нельзя. Разменим легкие фигуры. Слон против коня. Хватаем центр. Так захватывать нельзя. Сюда. Укрепляем коня. Пытаемся взорвать центр. Так нельзя ходить. Подаем на пешку. Прячем коня. Размен фигур.
Мы сделали фигуры. Попытаемся провести пешку. Нельзя доходить. Теперь вот так попробуем. Две пешки против короля. Беремся до последнего. Посмотрим мои ошибки. Тринадцать ходов играет точно. Конь c5 был слабый ход. Хоть злодей, ошибка.